Всем привет! Ну что, я тут анонс сделала, да? Мы купили хлебопечку и уже испекли, вчера испекли, ну, этот самый хлебушек. Слушайте, видите, сколько его осталось? Он был большой, сколько от него осталось? Он настолько вкусный. Но этот хлеб мы испекли без, он у нас без соли, без сахара, то есть по такому вот рецепту. Вот сама хлебопечка. Вот она. Смотрите, вот так вот она здесь открывается. Вот в этой самой штучке печется хлебушек. Там вот такая вот. Вот так вот. Вот здесь вот режимы, да, меню. Делаешь режимы. Здесь она сама замешивает. Ты положишь, она сама замешивает тесто. Сама это делает. Ты только положишь ингредиенты, которые нужно. Соль без глютена с солью, сладкий хлеб без глютена, кекс без глютена, белый хлеб быстрой выпечки, французская булка, сладкий хлеб, хлеб из цельной муки быстрой выпечки, ржаной хлеб. Свежее тесто делает, тесто для пасты делает, кекс, выпекание, каши, зерновые варенья, йогурт и питьевой йогурт, творог. Значит, в состав еще входит вот такой, это вот такая мерная ложечка, да, и вот такой вот, это для йогуртов, чтобы йогурты делать, вот такой контейнерик, там у них внутри еще маленький контейнерик. Так что вот, хлебушек мы уже испекли. Хочу вам сказать, что замечательный получился хлебушек. Вот, очень-очень вкусный. Вот, главное, что свой. Все, хлеб мы больше не покупаем. Так, видите? Вот здесь шикарная инструкция. Инструкция на, я не знаю, здесь и украинский язык, и русский, и английский, и еще какие-то тут языки, я не знаю, испанский, что ли. Вот, смотрите, и я так понимаю, немецкий язык здесь. Здесь инструкция на всех практически язык, ну, таких в международных языках мира. Вот на китайском, не знаю, тут, наверное, нет. Вот, видите, бриош делает. Ну, это на украинском языке. Вот это на русском языке. Вот, видите. Варенье здесь можно делать. Нарежьте фрукты, клубника, персик, ревень или абрикос, сахар, сок лимона, пектин. Нарежьте, выложите все ингредиенты в чашу, в указанном. И нажмите на старт. Нарежьте, выложите все ингредиенты в чашу в указанном. И нажмите на старт. Видите? Делает крупы, то есть делает кашки. Питьевые, молоко пониженной жирности, йогурт, сахар. Налейте в емкости для йогурта. Я йогурт. Это вот эта вот емкость, да, у нас для йогурта. Так. Следует держать в холодильнике в течение 7 дней. Налейте в емкость для йогурта, не фильтруя, перемешивая. В общем, ребята, мы очень довольны. Но она, знаете, единственное, что она, конечно, большая. Она большая, вот такая вот. Вот. Ну, вот такая вот, слушайте, красивенькая такая, симпотная. Вот, единственное, что, конечно, больше большевато для наших небольших кухонек. Ну, немножко вот запылилась. Вот, так что, ребятки, вот Мулинекс. Вот, видите, 20 программ, режим программ. Вот это вот. Йогурт, аксессуары. Вот что можно сделать. Прекрасная, значит, вот инструкция вот эта вот с рецептами. Вот. В общем, советую, дорогие мои. Советую, потому что хлеб действительно получился шикардосный. Видите уже, сколько осталось, я говорю. Вчера на него напали, на этот хлебушек. Собственно, вот эти чуть-чуть тут, знаете, как будто бы немножечко попригорело. Но первый блин, он всегда комом. Вот, но от этого вкус не поменялся. Очень вкусная эта пригорелость. Это такая вкусненькая. Вот, но он без, я говорю, это без сахара, без соли, без всего. Это абсолютно пресный хлеб. Так что советую, берите, покупайте. Вот такая мерная ложечка, да. Вот. И делайте. Ну и всем пока-пока.